2 сентября наша страна отмечает памятную дату – день окончания Второй мировой войны. Именно в этот день был подписан акт о капитуляции императорской Японии. В ее разгроме непосредственное участие принимал Советский Союз. Это важная и памятная дата не только для России, но и для всего мира. И отмечать ее нужно для того, чтобы мир на планете сохранялся всегда. Нельзя забывать о тех, кто отдал ради этого самое дорогое – свою жизнь. К большому сожалению, в течение последнего десятилетия количество последних из оставшихся в живых ветеранов Второй мировой продолжает сокращаться. В этот день, в честь окончания Второй мировой войны, наши ветераны принимали поздравления. Заместитель главы Амурского района Людмила Бессмертных лично выразила слова благодарности ветеранам на дому с вручением памятных подарков. Сегодня 71-я годовщина. Поздравить с этим великим, замечательным праздником. Спасибо вам за вашу победу. Хочу пожелать вам хорошего настроения, рядом внимания близких и родных, чтобы мы с вами встречались еще много-много лет, каждый год в эти праздничные даты. Ветераны, в свою очередь, рассказали свои истории жизни. И это очень увлекательно, так как можно узнать ту страшную войну из уст участников, проникнуть и ощутить эмоции, которые испытывали они во время защиты нашей Родины. Настроение как? Шутка такая была. Настроение бодрое, идем ко дну. Хочу, чтобы подольше были они встречи эти. Хорошо. Мы рады. Поставил себе задачу до 100 лет дожить, а там посмотрю, что будет. Гусевский Константин родился в 1925 году в Читинской области. Участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на Дальневосточном фронте. Шофер рядовой. Был награжден медалью за победу над Японией. Молодого поколения что? Учиться, трудиться и продолжать наше дело. Также навестили Надежду Кузнецова. Родилась она в 1926 году в Московской области. Участвовала в обеспечении боевых действий войск с ноября 42 по май 45 года в тыловых частях армии. Рабочая, вольно-наемная. Награждена медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Великой ценой заплатили ветераны за победу. Многих сегодня уже нет рядом с нами, но подвиг их останется жить в сердцах многих поколений. Ирина Жданова, Сергей Жиренков, телеканал Амурск.